Следователь Когтев продолжает свое расследование. Он ловит Ларису на лжи и узнает, что именно она была причиной травмы Лиды. Аня сбегает от Артема, и тогда он избивает Риту, так как считает ее виновной в поведении дочери. Андрей все глубже погружается в депрессию. Адвокат, нанятый Брусковым, добивается оправдания Ильи. Вера едет поблагодарить Брускова и утром просыпается в его постели. Аня прекращает всякое общение с Артемом. Она намерена воспитывать будущего ребенка сама. Вера и Илья сидят в маленьком кафе. Илья рассказывает матери все, как он страдал, видя тот обман, который окружал Веру долгие ее годы жизни. Как встретил Лиду, которая открыла ему глаза на многое, как появился их с Лидой план.